Приветствую вас, с вами Наталья. Сегодня я получила долгожданную посылку закваски фирмы Vivo. Сейчас мы вместе с вами распакуем эту посылочку и посмотрим, что же тут внутри. Вот распаковала я посылочку. Внутри я вижу накопительная дисконтная карта от фирменного магазина Vivo. Это очень приятно. Конечно. Также я вижу здесь еще накладная есть. Накладная, в которой указано все, что я приобрела. Приобрела я различные закваски и для йогурта, и для кефиров, и для сметаны. В общем, весь тот ассортимент подобрала, которого нет у нас в городе. Упакованы все заквасочки вот в такие вот бутылочки пластиковые. На каждой бутылочке написано, какая это закваска, ее название и обязательно указана дата изготовления. Вот хочу вот эти все заквасочки испробовать. Я взяла на пробу по две бутылочки, по одной, ну смотря какие. У нас в нашем городе очень маленький ассортимент заквасок, в основном йогурт, кефир, больше я ничего не встречала. А здесь, как видите, вот в накладной вот такой перечень, довольно-таки приличный. Можно будет испробовать различные закваски и попробовать различные продукты, которые у нас получатся. К посылке прилагался вот такой буклет. Здесь перечислены различные виды заквасок и характеристики готовых кисломолочных продуктов. На самом деле все это можно прочесть на сайте. Ссылочку на сайт я оставлю вам под видео. Возможно, кто-то из вас тоже заинтересуется этим продуктом. Хочу уточнить, что это не реклама. Просто я пользовалась таким продуктом. Пользовалась в основном закваской йогурт и кефир. Но меня заинтересовали и другие закваски. Я хочу попробовать другие кисломолочные продукты и поделиться своим мнением. Но здесь мы можем прочесть какую-либо характеристику кисломолочного продукта. Ну вот интересно, фит йогурт. Здесь написано на украинском языке, я буду переводить на русский язык. Так, фит йогурт, этот продукт специально создан для людей, которые желают избавиться от лишнего веса и поддерживать хорошую спортивную форму. В основе продукта лактобактерия, которая способна ускорять метаболизм и нормализовать вес тела. Натуральный молочный протеин в простой для усвоения формы способствует развитию мышц, а кальций укреплению костей. Очень даже неплохая характеристика. Ну, что еще можно прочесть? Ну вот, давайте ацидолакт, тоже интересно. Ацидолакт содержит бактерии, стойкие до большинства видов антибиотиков. Благодаря этому продукт рекомендован для поддержания микрофлоры во время приема антибиотиков и химиопрепаратов. Ацидолакт имеет противовоспалительное действие, активизирует процессы очищения организма и нейтрализует токсины. И побочные свойства действия лекарственных препаратов. Тоже очень хорошая характеристика для такого кисломолочного продукта. Ну, на этом буклете мы еще видим рекомендованное количество продукта на одно кормление из расчета возраста ребенка. Даже видите, вот для детей возрастов 6-8 месяцев, 12 месяцев, до 3 лет и так далее. Написано здесь также, что как сохранять этот продукт. Так, что тут еще интересного? Здесь указан адрес производителя. Так, что еще? Ага, вот на обратной стороне мы видим
рецепт приготовления кисломолочных продуктов, кроме кефира. То есть, в принципе, он одинаковый для всех продуктов, кроме кефира. Для кефира мы видим отдельный рецепт приготовления. И отдельный рецепт приготовления мы видим для сыра кисломолочного. Очень понравилась мне также программа гарантии Viva. Вот мы читаем. Если вам не удалось приготовить домашний кисломолочный продукт, не переживайте. Программа гарантии Viva компенсирует вам двукратную стоимость использованного молока и закваски. А специалисты Viva помогут выяснить причины неудачи и сделают все возможное, чтобы в следующий раз у вас получился вкусный и полезный продукт. Также здесь указан телефон или сайт, куда можно обращаться. На самом деле, об этих заквасках вы можете прочесть больше на сайте. Еще раз повторюсь, ссылка на сайт у меня находится под видео. Вы можете там прочесть раздел «Вопросы и ответы», посмотреть раздел «Сертификат качества этого продукта», ну и разное другое, что вам будет интересно. А на сайте также можно посмотреть, в каких странах можно приобрести этот продукт. Ну, то, что в Украине, в России, это точно. Остальные страны, честно говоря, я не смотрела. Если вам интересно, вы можете почитать вопрос-ответы. Ну, вот так вот кратко мы изучили информацию о заквасках Viva. В следующем видео мы с вами приготовим, ну, скорее всего, те продукты, которые мы прочли характеристики. Это фит-йогурт Viva и ацидолакт Viva. И если вам интересно, увидимся в следующем видео. До встречи!